ответ. Пошел дальше, забыл включить камеру. Убил, блин, пулеметчика. Вон она валяется. Ну, достаточно быстро. Немножко меня подранил, ну, в принципе, нормально. Ну и троечку этих. Этот жужжит, жужжащий. Где-то там. Так. Да, патрончики-то у меня эти кончаются. Вообще идти. Ну, мне туда, но там, небось, все закрыто, я понимаю. Вообще, мне надо патронов набрать. Зараза. Жопа. Thank you.
Опять идет. Вообще нет патронов. Да. А то сейчас вылезешь туда, а там... Зараза. Нужно отключить аварийную систему закрытия двери. Понятно, ладно. Ах ты гад! Так, тут патроны кончились. Всех перебил, блин, что ли? Надо съесть таблеточку. Ну, а тут у нас что? Ладно. Беремся. О! Тут не сокровище? Да нет. Может быть что-нибудь ценное. Золото. Блин, оно, конечно, хорошо. Но, во-первых, не так уж много. Это картридж для аварийных замков. Ключ от карты нет, аварийные замки были активированы.
О, использование. Использовал привод ключ от аварийного замка. Отлично. О, еще патроны. Винтовка, конечно, классно. Ух, да уж. Вот это экшен, я понимаю, да. Все-таки да. Resident Evil это... Если хочешь нажать на кнопку... Блин. Да. Пойду второй искать. Слушай, а там еще внизу что-то было. Не заходил в комнатку. Вдруг там хоть какой-нибудь патрончик лежит. А, вот оно что, понятно. Тут у нас закрыто, там у нас открыто. Надо. Конечно, это заставит, в конце концов, использовать все, что угодно. Так, тут я уже был. То нажал. Ну да. Оп. Идем, да, дальше. О, скоро придем к точке. Очень хорошо. Это зарядить. Он долго заряжается, пока тут спокойно. Во. У меня скоро там будет что-нибудь. Что-нибудь скоро. О! Эшли, ух ты, нифига себе! Да!
Ты тут стеклянный колбик. Да, скоро могли бы получить огромную силу. Смерть вам больше нравится, да? Я заберу Эшли, нравится вам или нет. О, какой храбрый молодой человек. Да уж. Ух ты, вот это долбанул. Вот и здоров, да. Да. Вот так вот. Молодец. Леон, now. Да. Но. О, черт! Move! Уходите! Бежим! Да. По бочкам стреляй. Вот это да. Сейчас налево, там будет магазин. Ага. Чувак. Привет, медведь. Давай мы тут кое-что сейчас заберем. Какие-то бумажки. Записки Луиса. На начальных стадиях работы мы исследовали безопасные и эффективные методы удаления объектов Ласт-Плага из тела человека. По иронии судьбы, настоящей целью исследования было вовсе не желание узнать, как можно безопасно убрать существо Ласт-Плагас из тела носителя. Но наоборот, мы помогали искать ответ на то, как усложнить удаление Ласт-Плагас. В конце концов, мы смогли узнать, что существо Ласт-Плагас можно удалить только после обучения специальным излучением. Единственным недостатком метода была его крайняя болезненность для носителя. Поскольку паразит прикрепляется к нервным волокнам, существует вероятность ухудшения психического состояния носителя. Следует также сказать, что мы обнаружили не только это, когда существо-паразит становится взрослым, особо его удаление может убить носителя. Но если хорошо подумать, то смерть не так плоха в сравнении с тем, что делает вас плохоста. Так, чувак, давай торганем, машинки нету, ну ладно. Welcome. Да. Got a selection of good things on sale, stranger. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Так, ну что ж, торганул, чуть прокачал оружие. Пистолетик. Так, куда мы идем? Вон туда. Там нам надо чего-нибудь. Надо же избавляться от этих явок. Надо зарядить. Патронов ни хера нету. Вот зараза.
Ну ты надоел. Наконец-таки. Фу, блин, вообще пустой, как бубен. Офигеть. Ладно. Видишь, как полезно, чтобы заряжены было, а то... Там уже не будет времени заряжать. Куда идем мы с пятачком? Направо, налево. Нам, наверное, налево надо. Но там будет закрыто по какой-нибудь причине. Нет. Аппарат, который даже не знали. Есть только один способ все выяснить. Управлять будешь ты. Давай. А. Ты точно этого хочешь? Да. Ну ладно. О, о, понеслась душа в рай. Ух ты, присосался такой глист, вот это офигеть. Бычий цепень. Ох, ядрёна вошь. Вот это вторнуло. О, я пипец, развалился на куски. Сейчас понос. Like a million bucks. Я хорошо, да просто отлично. Я думал, ты умрёшь. Ну, кажется, я следующая. Давай. Уничтожение. Давай, давай, давай! Херач! Давай пиявку эту! О! Готово, выполнено, все. О! Вот так вот. Ты больше не беременна, все. И глистов у тебя нет. Да, не знаю, как тебе. Ну, лично мне кажется, нам пора сваливать отсюда, да. Конец главы. Вот это да. Ух, метка 74. Ну, неплохо. Я даже ни разу не убился. Надо же. Ха-ха. Это даже неплохо. Проверить. А, нет, не то, что нажал. Ух, слава богу. Да, где ж мы тут? А, оттуда мы вообще пришли. Понятно. Сейчас посмотрим, нет ли тут чего хорошего. Туда что-то? Не, оттуда мы пришли. Нам в другую сторону. Ага. Трава, ружье. Наша миссия. Настоящая власть Соединенных Штатов представляет три источника: департамент юстиции, административные органы и военные. Для обеспечения контроля в этих ветвях власти нужно влиять на умы людей, которые являются советниками президента. После проведения такой работы остальные органы власти быстро попадут к нам в руки. Если Соединенные Штаты так или иначе узнают о наших планах, нужно будет свести убытки к минимуму.
Мы все равно сможем захватить контроль над страной, когда задействуем план «Б». После этого мы сможем использовать их влияние на другие страны. Остальная часть мира долго не продержится. Про Россию забыли. Все так думают. Как уже было сказано, если наш первый план не будет проходить, так как мы рассчитываем, мы задействуем запасной вариант, мы зашлем в страну наши специальные войска и будем действовать изнутри. Людей охватит страх, а в стране воцарится хаос. Потеря стабильности будет лишь вопросом времени. Мы ударим по ним, когда они будут наиболее уязвимы. Возрадуйтесь, братья, скоро мы сможем очистить этот мир. Фух, слава богу. Дай-ка я заряжу еще пушечку. Пока хватит и этого. Так, и куда нас это все приведет? Безобразие. А, сейчас приведет туда, куда надо привести. Открыть. О, хорошая комната. Сейчас мы шли тут. О, смотри, патроны. Такие патроны сякие. Так, мы оттуда пришли. Тут ничего не валяется. Нет, давай сохранимся еще. Не конец главы, а именно. Да. Так, а ничего мы тут не можем, чувак, у тебя поговорить. Welcome. Got a selection of good things on sale. Да, я понял, много-много у тебя там всего. Сейчас посмотрим. Да, мне ни на что вообще путевое не хватит. О, еще цветочек. О, нам же вниз, наверное. Надо, да? Ага, вниз и направо. О. Ого. Something's not right. Что-то не так. Ashley, you stay here. Жди меня здесь. Ага. Ada. Это ловушка. Better try a new trick, cause that one's getting old. Этот трюк устарел, придумай что-нибудь новое. Ага. Ты как? Бывало я лучше тут. А, голубки-то. Что тебя так рассмешило? Я думаю, вы без меня, мой американский герой, расскажешь там, который используется в голливудских фильмах. Мистер Кеннеди, вы меня позабавили. Так, благодарность, я покажу вам, что штампы далеки от реальности. Ух, какой глаз, блин. Эйда, уходи. Ух, твою мать. Вот это да. Ух ты, многоэтажный. Многоглазый. Тревога, лифт будет заблокирован. Отлично. На тебя.
Гамню. Ух ты, блядь. Это было жестко. Сука, блядь! Добраться! Надя! А, блядь! Гад. Зараза. А, блядь. Сука! Фу, ёптать, опять эта хуйня! Ааа, всё, она меня тут доконает, это... Как тут не материться? Готов. Есть. Yeah.
Давай, открой глаза. Черт! Ах ты, гад! Сука! Ах ты, гадина! Зараза! Но тут все равно. Хватит тут жизни. Зараза. Вот гад. Ладно. Мы мертвы в очередной раз, ладно? Продолжение в следующей серии. Все. Пока.